Короче, 20 ноября 1990 года был пойман самый знаменитый маньяк Советского Союза Андрей Романович Чикатило. Его поймали возле дома, когда он возвращался из ларька с трехлитровой банкой разливного пива в авоське. 2 года ушло на следствие и суд, и 2 дня ушло на зачитывание приговора. 15 октября 1992 года ростовский суд приговорил изувера к высшей мере наказания – расстрелу. Из ростовского СИЗО осужденного переместили в камеру смертников новочеркасской тюрьмы. Отмеренные ему последние месяцы он провел там, играя в шахматы, грызя любимый лук и расслабляясь в позах йоги. В СССР это было модным увлечением. 13 февраля 1994 года Чикатило был убит выстрелом в затылок и анонимно захоронен на тюремном кладбище. С тебя лайк и подписка.